trovato l'invaso, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che me sento di morire, e se muoio da partigiano. Я показываю, что я делаю, больной в коме или какой-то еще. Вот это моя система, смотрите, я делаю полторы недели после того, как я лежал в коме. Да? Вот. Я говорю, сегодня полноценную тренировку провел. Если вы дальше посмотрите, это демонстрация возможностей и триумф над всеми оппонентами. Не действует на нас ничто. Так, сейчас попробуем. Это, конечно, нелегко сделать, но попробуем. Что еще? Слабоватые. Но ничего. Вот, смотрите, пожалуйста, особенно мои оппоненты. Что значит наша система? Я еще до конца не могу отжиматься. Вот, но двумя пальцами проткнул. Даже находясь вот в таком состоянии. Ну, я могу еще дальше поджиматься, но, наверное, хватит. Доказательство того, что координация уже все встала в свою эту самую. Вот, я уже вхожу в полную форму. Более того, я еще раз говорю, система такова, что то, что мне как бы со мной произошло, это наоборот усилит все функции, в том числе вестибулярный аппарат, в том числе организм выработает противодействие против повтора такого. То есть, если мне вдруг придется испытать что-то подобное, то у меня уже организм к этому будет готов. Это, как вакцинация, примерно, да? То есть, мне заранее вот этот вот эффект, который со мной был, будем называть его эффект красиво, да, потому что диагноз врачей неизвестен. Вот, может, на следующей неделе что-то светило Европы мне что-то скажет, вот что со мной произошло, мне очень интересно. Но моя версия сейчас будет очень мягко, осторожно озвучена. Вот, итак, я вам показал, что я сейчас делаю, да, то есть сегодня у нас 5 число, а 26-го я вот лежал в той серии, вы там видели. Поэтому делайте выводы сами. Кому интересно, смотрите. Кому не интересно, там отключайтесь. Но я продолжу. Да, сейчас, наверное, я вам покажу вставочку небольшую. Это вчера было. Вот, сегодня уже там пасмурный день, погода поменялась. А вчера выдался хороший день. И я решил пойти восстановиться, поплавать в бассейне. Хотя мне врачи, когда я лежал, мне сказали, что парень, ты самостоятельно будешь двигаться. Я спросил, говорю, а вот там, ну, меня разом спрашивали, говорю, ты будешь там полтора месяца с этой, с каталкой ходить, да, то есть ты там будешь учиться, у тебя будет вестибулярный аппарат адаптироваться к соматической нервной системе, вот, то, говорит, ты будешь там, я говорю, а плавать можно? Они говорят, ну, плавать можно, он говорит, ну, вот так вот. Медленно, потому что, говорит, как только ты нырнешь или как только ты будешь головой крутить, у тебя будет все сразу плыть. Так оно, в принципе, я скажу так, только у меня это идет даже не в геометрической, а в какой-то там супер космической прогрессии. То есть, да, действительно, когда я вчера плавал, вот, ну, вы видели, я самостоятельно плавал, я плавал нормально, вот, то у меня было такое, когда я уж слишком резко головой крутил. Но с каждым часом, подчеркиваю, я чувствую себя лучше, лучше. У меня сейчас вторая тренировка будет за день, вот, серьезная тренировка. То есть, практически, я скажу, что, ну, не знаю, там, в понедельник я уже начну, выйду в ноль, я так думаю, на следующей неделе. Вот. А через неделю у меня уже пойдет прогресс, то есть у меня система адаптируется, у меня мой вестибулярный аппарат будет еще намного мощнее и сильнее. Это система специального тренинга. Это входит в физиологию, то есть это не чисто физические упражнения.
Это упражнение физиологическое, это дыхание, это питание. То есть питание какое? Я сейчас вот выхожу в голодание, мой рацион пищи, наверное, за целый день составляет, ну, наверное, грамм, ну, 200, наверное, на сегодня. Но я еще буду выходить, или не выходить, а уже адаптироваться. Я уже по чуть-чуть там мясную пищу, но это моя система. Вот, я хочу сказать, что это дыхательное упражнение, это система водных процедур, это система йоговских определенных упражнений и так далее. Но сейчас посмотрите сюжет, что я вот сказал, что вчера я вот немножечко в бассейне походил для того, чтобы подтвердить, что я говорю, то я делаю и какой триумф нашей системы. Значит, друзья, сегодня у нас 4 сентября 2020 года. 26 числа, полторы недели назад, я еще был практически в коме. Вот, я был обездвиженный, ну, это вы все знаете. В общем, короче, я демонстрирую возможности фантастики, возможности своей системы и то, каким образом я восстанавливаю. Чтобы вы не думали, что я наложил это видео там на какое-то прошлое там или звук наложил, следите за моими, кто особо не верующий, Фома, следите за моими губами, что я говорю. А чтобы вы, ну, точно были уверены, я вам расскажу, какие события, ну, например, на вчера. Трамп с Байденом были в этой, в киноше, вернее, Байден сегодня в киноше, а вчера был Трамп. Дальше что? В Белоруссии эти, как это называется, волнения уже какую-то там вторую или какую-то неделю. То есть, ну, я не мог эти знать события тогда или там, когда записывал, если вы так, кто-то так думает. Поэтому то, что я говорю, я стараюсь, ну, как на самом деле, поверьте. Вот я демонстрирую свое, сейчас выдался хороший день, я еще не очень, так сказать, ну, не пришел еще в норму, но возможности вы сейчас наблюдаете, видите, я сейчас еще демонстрирую. Вчера были дожди, у нас выдался вдруг неожиданно такой хороший день. Сейчас где-то сколько там, 3 часа дня, и вот вторую половину дня я решил восстановиться через бассейн. Вот, я еще бегать не могу, но ходить уже хожу. Ну вот я сейчас пойду плавать, и вы сейчас это увидите. Друзья, значит, я продолжаю, да, вот вы посмотрели. Сейчас я расскажу свою версию, что со мной произошло, почему это произошло и какие, так сказать, перспективы, последствия, выводы и прочее лично я сделал, и так, чтобы вы полностью видели, что все происходит честно, открыто на ваших глазах, да. Еще один момент. Значит, я не показываю вам документальную базу вот этой вот истории болезни, собственно говоря, что написано, по одной простой причине. Я не хочу давать аргумент моим оппонентам, ну, для того, чтобы, так сказать, были какие-то дальнейшие нюансы. Зачем раскрывать? Вот, если я говорю неправду, ну, меня сразу осудят. Там врачи ГОСТ, потому что это видео... Разумеется, они все посмотрят, вот, или сразу, или чуть позже, вот, меня осудят все окружающие, то есть я не вру. Вот если я вру, на меня сразу же там или поставят, что ты врешь, там, ты такой, ты, с тобой этого не было, или там ты что-то соврал, вот. Но поверьте, что те, кто будут досконально изучать мой файл и мои документы, вот, они все это как бы увидит воочию. То есть вот все, что я говорю, это все изложено в более деталях, там, по всем нюансам, что там кололи, как чувствовал каждый день практически. Почему? Я еще хочу сказать, что я где-то немножко похвастаюсь, потому что весь госпиталь стоит на ушах, меня выписали абсолютно супер рекордные сроки,
Потому что врачи все были в недоумении, естественно, начальство было на меня злое, лечащий врач был, наверное, тоже не сильно радостный, потому что что это пациент, который себе ничего не хочет колоть, не хочет следовать тем инструкциям, не хочет выполнять там протокол и так далее. Вот. Я был вот таким нелицеприятным, тем более, что с ним вдруг, непонятно по какой причине, вдруг у него лучше, то есть тем более ему там 60 лет и вообще какой-то, ну короче, короче говоря, я далеко не стандартный, мягко сказать. И на моем примере, я так понимаю, сейчас мой файл, там, наверное, изучают эти ординатуры, там, аспиранты, профессора, там, и вот не случайно мой файл выбрал среди дел вот какой-то там светило науки, посмотрим, что он скажет. Вот, ну, просто интересно. Да, я сейчас прохожу всякие процедуры, мне там голову, там, какие-то приборы на меня вешают, одеты, маску надевают, я хожу регулярно там на эти процедуры, мне там проверяют мои мозги и проверяют все там, вот, и пока ничего до сих пор мне сказать, но я думаю, когда будет заключение, всегда мне ждут заключение, все с историей болезни совсем, вот, а тогда, может быть, я еще там что-то поставлю или скажу, мне самому интересно, что скажет официальная медицина, что со мной произошло, что со мной происходит, какая форма, так сказать, восстановления, потому что они не верят своим глазам и так далее, но я не буду это, сейчас я это опущу. Поэтому я говорю правду, я показываю, доказываю и рассказываю все, что со мной происходит, особенно для друзей, потому что все в недоумении, куда там исчез, почему графики все сорвали, почему там командировки какие-то, встречи не произошли и так далее. Вот все нормально, господа, все учтено могучим ураганом. Вы знаете мою поговорку. Вот, все, что все обстоятельства жизни, которые нас не убили сразу, они нас делают сильнее. Вот, смотрите и делайте выводы. Я сейчас озвучу свою версию. Вот, считайте, что это фантазии, бред сумасшедшего. И расскажу коротко. Я-то знаю, что произойдет. Я знаю более того, я знаю больше, чем я, вот, естественно, здесь говорю. Здесь я говорю очень мало, очень корректно. То, что положено, так сказать, и что не принесет вреда. Особенно не столько мне, сколько тем людям, с кем, так сказать, я в каких-то контактах, и те, кто выполняет определенные проекты вместе с нами. Вот. Почему? Потому что мы движемся мощно вперед. Видимо, оппоненты видят, как мы потихоньку набираем, и уже подошли к той черте, когда, так сказать, дальше у нас открываются безбрежные перспективы, и мы их преодолеем. Они не могут никак нас остановить, ну никак, вот ну никак. Вот, поэтому это моя версия, то, что я сказал, естественно, это мои фантазии, бред сумасшедшего и так далее. Но я должен это сказать. Почему я еще это должен сказать? Во-первых, почему я эти видео ставлю, собственно говоря? Потому что это видео тоже определенная форма защиты. Вот, определенная форма. Почему? Потому что сейчас уже после выхода этих видео, ну, будут придумывать, возможно, какие-то другие шаги. Ну, не такие, потому что я это озвучил вперед. Теперь, что еще может быть, и что я хочу сразу говорить, что это будет открытый криминал. Если вдруг я, ну, с таким диагнозом, мне же поставили, там, нарушение вестибулярного аппарата, вдруг на машине выйду на встречную полосу, там, как Ефремов, да, вот он там был под наркотическим, алкогольным или каким-то там опьянением, и выехал, убил человека. Вот если я вдруг выйду, в грузовик врежусь, да, вот. Или, например, я там на велосипеде или там на мотоцикле или на чем-то тоже там попаду в какую-то аварию, то не будут искать, не будут опрашивать, скажут, а, смотрите, у него же этот как вестибулярный аппарат, он там все, ну, то есть ясно, дело закрыто, это у него что-то случилось и все. Так вот, я все сказать, не получится сейчас это после выхода этого. Все, кто хоть как-то причастен, все попадут сейчас под наблюдение. Потому что я говорю официально, посмотрите, какой у меня период восстановления. Я практически восстановился. Я вам покажу в следующих, посмотрите, дальше буду видео выпускать. Посмотрите, что я буду делать. Посмотрите, каким образом я усиливаюсь чисто физиологически и физически. И вот этот вот инцидент, скажем так, ну, условно, посмеемся давайте, поскольку на Навального, там, еще на многих, там, накидывают этот новичок. Вот я буду считать, что я с новичком успешно справился. То есть та доза, которая у меня, вот, она на меня не воздействует. Большая доза, она уже, к сожалению, для тех, кто вот это все делает, вот, она
уже обнаруживаемая. Вот. То есть та доза, которая у меня, она не, ну, как бы по целому ряду причин, в том числе, поскольку у меня не брали токсикологию, вот, я буду считать, что она нет. Это мои фантазии. Еще раз говорю, я улыбаюсь, говорю, это мои фантазии сумасшедшие. Итак, я рассказываю свою версию. Как я сразу принял, я уже сказал, я сразу, и я врачам говорил, это отравление. Меня не слушали, мне ничего не делали, мне врачи направляли в другую совершенно. Полтора-два дня прошло. Я почему еще говорю? Потому что, когда я выплыл после покушения, и я рассказывал, что мне там прыснули баллончиком, прежде чем я это самое отключился, когда в 2015 году в центре Киева, да, то следователи должны были в первые полтора дня, это судмедэксперт, который меня осмотрел, он говорит, нужно брать ему срочный анализ. Анализы в первую очередь мочи, анализы крови на четкую, это как называется, сенсорную токсикологию. Вот. И у меня их не успели взять в первые три дня, четыре дня и так далее, у меня их не взяли в Украине. Вот. Здесь меня не взяли по какой-то другой причине, я не знаю. Вот. Но я считаю четко, сразу я принял это отравление. И, соответственно, я сам себя лечил голоданием, дыханием, другими специальными физическими упражнениями. Я скажу, я спал. Знаете, как люди спят, когда младенцы? Очень часто младенцы спят вот так. То есть они вот так ложатся на коленях, я не буду показывать. Вот я спал в специальной, я создал свою методику, которая для восстановления. Рассказывать сейчас еще там, зачем вас грузить. Я просто говорю, что я делал. И вот как констатация того, врачи там все удивляются, как это так, в такой срок. Вот я вам сейчас продемонстрирую, что я могу, да. Это не может делать человек, ну, с такими симптомами, будем говорить, не сделан, с симптомами, да, с которыми он прибыл в клинику. Тем более человек 60-летний. А я могу. И вот я это говорю. Раз я говорю, что я это могу, я это доказываю, что я это делаю, значит, моя версия для меня лично неоспорима. То есть я выполнял ту программу, которую я сам себе поставил в отношении того, что во мне инородные тела. И как я от них избавлялся. Четко. У меня сразу ставил. Я в первую очередь, конечно, сразу голодал и так далее. То есть я сразу стал голодание, определенный тип воды, определенный тип питания, определенные физиологические упражнения. Я просто рассказываю. Поэтому, если я в таком состоянии, и я чувствую лучше, я доказываю это, значит, я прав. Это моя версия. Поскольку других мне пока не предоставляют. Ну, предоставьте мне какую-то другую версию, я хочу ее услышать. Я как человек-биолог, я кандидат, доктор наук, вот, у меня есть знания физиологии, химии, там, биохимии, генетики, обменных процессов, я знаю, что такое клеточный обмен и так далее, и так далее. Поэтому я хочу услышать от специалистов, вот, от таких, от хороших конкретно. И, может быть, мне это скажут. Но я вам не буду рассказывать всю базу, потому что она у меня, у нас, я уже все описал, я написал, где-то с 2010 года, так сказать, веки. Почему 2010 год? Я вам покажу. Это время выхода основного моего труда в жизни, который, собственно говоря, и является одной из главных помех вот этим мощным, сильным оппонентам. Вот. Они боятся этого. Я сейчас вам это покажу. Вот. Поэтому мы уже выработали механизм как бы защиты, механизм противодействия, механизм контратаки, уважаемые, кстати, вы же не думайте, что это все останется бесследно, да? Вот, ну, потому что, я потом скажу, вы поймете почему. Так вот, значит, я расскажу версию сумасшедшего, версию ту, которую я скажу, и покажу просто маленькие такие вехи, да, вот маленькие штришки из всего того аргументационного досье, который я сделал. В отношении того, что со мной произошло, мы его уже обсудили, обсуждаем, мы уже делаем какие-то корреляции и делаем какие-то свои выводы с определенными четкими действиями. Вот так. Поэтому, в первую очередь, ну, вы знаете, что господин Навальный был отравлен новичком. Об этом заявил не кто-то, не блогеры, не оппозиции, не отдельные какие-то врачи, а заявило правительство Меркель, ФРГ. Правительство, то есть оно дает себе отчет, то, что оно говорит и уже на официальном уровне.
уровне, да, то есть что с ним случилось? У него были жуткие боли, у него были симптомы, частично схожие с моими, и его эвакуировали. Так вот, значит, моя версия следующая. Каким-то образом ко мне попала инородная, каким-то образом ко мне попало инородное вещество, которое имеет следующий характер действия. Оно рассчитано на людей, ну, стандартных, средних, у которых средние или слабые капилляры, сосуды, особенно головы, у которых среднее состояние сердца, сердечной мышцы. Вот. И это вещество, ну, вернее, это будем сказать, да, вещество какое-то, ну, не знаю. Естественно, неестественно, правда, я улыбаюсь, говорю, я не знаю. Я просто так говорю, свою версию рассказываю, про чего я боролся и что я, собственно говоря, сейчас из себя вывожу и восстанавливаюсь. Так вот, это вещество резко накачивает прилив крови к голове. Прилив крови, помимо химического воздействия, химико-соматического, я говорю просто общие принципы. Я могу рассказать детали, я могу рассказать свою версию, почему, потому что то, что я ощущал, я это выложил, грубо говоря, как химик, как биолог, уже в какие-то конкретные соединения, там, группа соединений или там какие-то версии и так далее. И они очень стройно, уважаемые оппоненты, послушайте, вот, очень стройно вписываются в то, что я сейчас расскажу, такими штришками. Так вот, оно накачивает, соответственно, прилив крови. Если у человека слабые сосуды, подчеркиваю, на это расчет идет, да, то происходит либо кровоизлияние в мозг, либо происходит инсульт, то есть это, грубо говоря, сосуды микро, там, или происходит их раздувание, происходит их увеличение синусных каких-то отделов, то есть те, которые отделы слабые, они давят на мозг, мозг перестает работать, нейроны перестают соединяться, человек отключается, он впадает, у него там то отключается, рука, нога, там дергание, короче, ну вы понимаете, что такое нервная система соматическая, связанная с головным мозгом. Я сейчас потом кое-что покажу, вот, ну в качестве такой фона. Вот, дальше что? У него, соответственно, то есть это первое, да, первое. Если у человека, да, повышается конкретно сердцебиение, что и у меня было, да, повышается, естественно, давление, это как бы эти самые как их, симптомы, да, что происходит в таком случае. И у меня то же самое и наблюдалось, да. Вот. Только если у человека, например, слабое сердце, у него происходит дисбаланс среди желудочком, предсердием, сердечной аортой. И вот происходит дисбаланс. Рассчитано на то, что, естественно, кровь загрязнена у среднего человека, она у него вязкая, там он, короче, не буду рассказывать. И вот если отключается мозг, то реально там инфаркт или дисбаланс сердца. Таких примеров, ну, вагон и маленькая тележка. В моем случае это не сработало, потому что у меня шикарные сосуды, у меня шикарное сердце, но симптомы того, что мне закачалась кровь, и куда она закачалась, вот я сейчас вам покажу, сейчас небольшую схему, сейчас я ее найду, одну секундочку, сейчас у меня комп тут откроется, я вам просто покажу, чтобы вам было понятно немножко, да, как это все работает. Так, вот. По-моему, вот здесь, да. Вот сейчас я вам покажу. Вот посмотрите. Вот я вам показываю. Да, вот видите, вот эта вот схема, да. Вот мозговой ствол, вот мозжечок, вот вестибулярный аппарат здесь, и вот кора головного мозга. Получается, что вот как вообще, видите, написано, схема ключевых элементов системы равновесия, что, собственно говоря, со мной и произошло. Вот. И еще я дополнение скажу. Так вот, получается, кровь мощно закачивается в мозжечок, поэтому, ну, там, естественно, она вот так вот, да, у меня сосуды нормальные, куда ей еще идти? Она идет в мозжечок, он слабенький, там сосуды намного тоньше, они другой совершенно природы, я имею в виду кровеносные сосуды, плюс получается сразу воздействие на все функции, которые связаны с корой головного мозга, которая отвечает, собственно, тоже за движение вместе с мозжечком, да, и происходит дисбаланс передачи от вестибулярного аппарата, происходит расстройство его внутренних функциональных
элементов, я не буду показывать его заново, там есть ворсинки, есть там кристаллики, но самое главное, что в результате того, что крови-то больше некуда закачивать, она закачивается именно сюда, и химия ее держит, вот эти вот соединения, но они, к счастью, быстро распадаются, особенно при голодании, особенно при временном каком-то периоде, то есть нужно выждать какой-то период, не впасть в кому. Потому что как раз расчет на что? На то, что у вас лопнут сосуды головного мозга, у вас пойдет воспаление мозга, и все. Они вещества сработали, дальше они редуцировались, растворились, а дисфункция мозга и коры головного мозга, и всех капилляров, она сохранилась. Вот на что упор. И что у меня и произошло. Но мои сосуды это все выдержали. Вот, это все выдержали. Так же, как сердце это все выдержало, потому что я не являюсь, наверное, стандартным человеком. Вот, и у меня тренировка достаточно серьезная, потому что, когда мне врачи обследовали отдельные специалисты, один из врачей говорит, вам нужно тренировать свою физическую систему. Да если бы он знал, сколько вообще я тренируюсь и насколько. А потом все показало вот этот вот весь мой анализ. Меня просканировали, говорю, хорошо, что это официальный госпиталь, и там совершенно ничего не нашли. Более того, у них удивление, я так говорю, мягко говорю, у них не было предела. Потому что такие сосуды, как у меня, такое сердце, как у меня, такая частота крови и такой пульс. Почему у меня все время, там они врачи в шоке, потому что у меня пульс 40-42. Но нет такого, подумайте, что нужно человеку для того, чтобы у него организм был настолько чистый, что сердце у него токало не спеша. То есть, чем у вас больше инородных тел в крови, чем вы больше загрязнены, тем у вас сильнее токает сердце. Вот возьмите этих спортсменов, таких этих накачанных анаболиками, всех несет ту-ту-ту-ту. Почему? Потому что сердце вот такое большое, оно же тоже накачано анаболиками, не только мышцы. В первую очередь, что накачивается вот с этой гадостью? То, что больше всего работает. Работает не только мускулатура, с которой он там в спортзале ходит, да? Почему? Потому что он в спортзале ходит, он же не 24 часа в сутки ходит в спортзал, да? Вот. А сердце 24 часа. Туда накачивается, накачивается. Сердце большое, там 70-80, он только сделал что-то, у него сердце тут, потому что кровь вязкая. Вот. А у меня сердечко такое тук-тук-тук-тук. Ему не нужно торопиться, потому что кровь чистая, сосуды хорошие, все хорошо. Так вот, это я вам так тихонечко рассказываю. Это моя чистая версия, я говорю, бред сумасшедшего. Считайте, что это бред сумасшедшего. Второе, что я хочу сказать, уже не связано как бы с физиологией. Вот, 1 числа, я дам ссылочку, у нас вышла вот такая статья. Почитайте. Я дам ссылочку, вы почитайте. Просто великолепно. Я ей делаю рекламу. Читайте, смотрите. Опасный клан Тамойкина. Кто они? Секретные слуги мировой элиты или международная ОПГ? Это мелочь. Это мелочь. Просто я не могу мимо пройти. Вот, видите. Тут, ну, короче, вы прочитаете. В общем, тут столько всего. Единственное, что я еще раз говорю, мне дали почему-то какую-то там майорскую должность, что я там всего-навсего майор. Вот, а не адмирал или генерал. Вот, мне хочется немножко побольше должности, потому что тут очень слабое. Вот, но это написали, я знаю кто, вот, знаю, это не наши оппоненты, это пыль. То есть это, хотя пыль интересная, вот, посмотрите, это они как бы не играют той роли вот против, ну, скажем так, кто наши является главным. Наши намного. Это вот то, что это все написано. Но это такой маленький, интересный индикатор, который тоже связан со всей этой самой. То, что над нашими офисами, там, инфраструктурами летают дроны непонятные, и мы там делаем это самое, в полицию звонок, вот типа так, как это, не положено. Да, да, но с вами же ничего не случилось, ничего. Ну, если случится, тогда мы это самое. Вот, это есть. То есть это, я как бы говорю, маленькие индикаторы того, да. Я начал с того, что вот у Навального произошло такое, да, что у Навального произошло. Ему ввалили новичок, да, уже говорят. И вот, смотрите, есть такое вещество. Опять же говорю, это бредни сумасшедшего. Вот, он
Скополамин – бесцветный и безвкусный наркотик, не имеющий запаха, может быть легко добавлен в напиток жертвы или еду. Результат такого ввода – немедленная смерть от передозировки или очень сильное наркотическое опьянение. Интересно, правда? Да, так, есть такое. Да, это уже давно известно. Сейчас я вам другую тут прочитаю, еще одну вещь. Сейчас я ее найду. Вот, смотрите, эта статья написана в журнале «Огонек» в 98 году, 22 года назад. Читаем так. Скажем, в лужу, по которой вот-вот проедет машина, достаточно капнуть синтезированного фосфоросодержащего органического вещества, чтобы через несколько часов пассажиры этого автомобиля скоропостижно скончались. А еще через несколько часов следов вещества невозможно уже будет обнаружить ни в луже, ни в организме умерших. Или на створке автоматических входных дверей метро наносятся различные химические компоненты, каждый из которых сам по себе не представляет смертельной опасности, но при их соединении образуется вещество, поражающее действие которого предотвратить уже невозможно. Это бинарные, так называемые, ОВ. Тысячную долю такого вещества можно нанести на ручку автомобиля, капнуть в ботинок или на телефонную трубку. Так в августе 1995 года был убит представитель круглого стола «Бизнес России» Иван Кивелиди. Раскрыть подобные преступления практически невозможно, поскольку эти яды, помимо экстремальной токсичностью, обладают и другими уникальными свойствами, главное из которых – минимальное, невидимое невооруженным глазом, неощутимое при дыхании и при попадании на его кожу количество, необходимое для уничтожения человека. Ну, это было написано 22 года назад, вот. Когда эти сделаны, естественно, если попало это в прессу, еще, наверное, раньше. То есть с тех пор 22 года минимум прошло. Ну вот, я вам рассказал бредни сумасшедшего, да, в отношении того, что, так сказать, я думаю, и против чего я восстанавливаюсь. Теперь я расскажу, естественно, коротко тоже, в общих чертах. Запомните, все, что я говорю, это, ну, не знаю, там, то, что можно сказать, то, что не повредит особо никому, и то, что, ну, некоторые люди должны знать, некоторые. Вот, мне достаточно того, что некоторые знают. Никакой там популяризации, там, лайков, дизлайков, там, преследования, нас это не интересует. Вот. Это определенный диалог с определенными людьми. Это есть смысл этого Ютуба для нас, по крайней мере. Вот. Так вот, теперь я расскажу о причинах, ну, коротко, опять же говорю, в общих чертах, почему такое происходит. Вот. Это, опять же, считайте, бредни сумасшедшего. Никак по-другому не рассматривайте. Значит, то, что я являюсь очевидцем, руководителем того, что там похищено с Украины в 2000 там, каком году, примерно Майдана, до Майдана, вот, это с Нацбанка Украины, там стоимостью больше 20 миллионов долларов, значит, пропажа всех отчетов, материалов наших, но у нас есть полностью подтвержденная со штампами, со всем документальная база. Вот, и мы остановили целый ряд сделок. Вот, таких материалов по открытым преступлениям, по тому, что творится, это только сфера материальной культуры, ни в какую политику. Но волей-неволей, будучи специалистами и обладателями уникальной технологии, я к этому сейчас вернусь, это и есть главная причина, вот, которая позволяет идентифицировать, правильно экспертировать, вот, ну, нет совершенно соответствия законодательной базы тому, что происходит в сфере материальной культуры. Это единственный рынок, объем которого никто не может сказать, но вы знаете, сколько стоит там Да Винчи, Пикассо, Мане, там, это только одно направление, там, картины, да, а из их 180 направлений. Вот какой уровень биллионный, там, триллионный этого оборота проходит вне контроля, вне государства, вне закона, вот в этом вся суть.
мы обладаем, да, теперь я вернусь к тому, что причина. Вот первая причина, мы обладаем материалами, данными, в силу того, что мы специалисты. Не хочу сказать, что лидеры, но специалисты по экспертизе, по оценке, по атрибуции, по маркировке, по отслеживанию предметов материальной культуры в разных совершенно странах. Вот вы знаете этот, как его, Assange, да, WikiLeaks. К нему поступала информация от разных совершенно там, политических деятелей, экономических деятелей и так далее, там, по каким-то криминальным, вот, поверьте, где-то, наверное, с 2007, а может раньше, года, как только мы заявили о себе публично, к нам поступает различная информация из различных совершенно источников. Например, эксперт пишет один, например, там, с Москвы, ну, я, к примеру, говорю, что вот мне попалась там какая-то вещь в фокусе моего внимания, не могли бы вы, поскольку вы опубликовали такую-то статью или на сайте, или делали конференцию, к нам обращаться, вот, ко мне конкретно или кому-то из наших, вот, дать консультацию, вот, что вы считаете. Мы смотрим этот объект, а он не тот. Он говорит, а этот объект находится у того-то, у того-то. Ну, мы пишем так ему, что извините, мы считаем по таким-то признакам, объект не тот. Соответственно, нам-то информация поступила там, от кого, кто, какой объект, кто собственник или кто заказчик. Это у нас раз в базе данных осел. Через какое-то время поступает другая информация, там, из следователя какого-нибудь там, просим вас оказать консультацию, вот обнаружено на таможне, там, то-то, то-то, дайте консультацию, потому что. Мы смотрим, а предмет тот же, собственник другой, документы третий и так далее. У нас опять информация, мы пишем какой-то ответ. И вот так за более там, я не знаю сколько там, 20, наверное, ну чуть меньше, наверное, там, не знаю, особенно за последние годы, к нам поступило огромное количество информации, которая в нашей базе уже волей-неволей систематизирована, потому что к предмету привязаны имена собственников, там, имена проблемы, имена криминала, имена ценовых характеристик, имена сделок, дальше имена экспертных документов, имена перемещений, имена появления в какой-то стране, то есть какие-то материалы. И когда мы это все начинаем хоть немножко анализировать, особенно с какими-то звонками, я просто говорю, это в шоке. Это огромное количество материала, связанное с именами, ну, я скажу так, очень звонкими, на разных уровнях, там, начиная от районного, кончая национальным, государственным и кончая международным, мощным и так далее. Я не буду говорить сейчас, я просто говорю, что у нас этот материал есть, его боятся, соответственно, это вызывает опасения у тех, кто замешан. Вот это одна из причин, одна из причин. Дальше что? Значит, мы публикуем статьи, ну, например, как искусство, ну, например, мой сын опубликовал мощную статью, вот, как искусство финансирует терроризм. Вот эта статья, по идее, вот это просто вот бери ее и вот по ней начинай работать. Вот, ноль. Как вы думаете, почему? Может, кому-то терроризм выгоден? Может, кому-то это все на руку, для того, чтобы что-то происходило политически. Но мы написали свое мнение, как искусство может финансировать и финансирует конкретно терроризм. Более того, есть материалы, данные, посмотрите, как действительно через хаос в сфере материальной культуры, значит, происходит финансирование каких-то террористических ячеек. И ничего. Вопрос? Вопрос. Но мы со стороны, мы эксперты, мы только обозначаем проблему. Мы знаем, как ее решить. Давайте вместе решать. Никак. Вот сейчас я вам покажу то, чего боятся больше всего. В 2010 году мы опубликовали доктрину ТЭС в оценке культурных ценностей. Логика научного подхода против деградации в искусстве и культуре. Новые технологии ТЭС в сравнительном доходных подходах на основе ревизии основополагающих понятий. Это монотонный, монументальный труд, видите, написано, реальным лидером современности предназначается. Это 2011, но первый раз я опубликовал ее в 2010 году. Вот посмотрите, какие эпиграфы.
Там, где нет культуры, нет совести. Где нет совести, начинается коррозия, распад. Это первый эпиграф. И второй эпиграф. Мало кто из профессионалов готов признать, что сегодняшний мир искусства – это новый, очень активный и беспринципный мир фальсификации искусства. Вот последний, это написал директор Ховинг, по-моему, Теодор Ховинг, который был директором Metropolitan Museum, который скоропостижно скончался в 2009 году. Вот этого материала боятся больше всего, как только мы ее опубликуем. Мы готовим эту публикацию на 6 языках. Вот. Ее боятся, потому что она стабилизирует конкретно весь рынок искусства, который находится сейчас в деградации, в хаосе, и которым управляют вот эти теневые структуры. Они этого боятся. Плюс она имеет политико-социальный аспект. Почему? Потому что что такое нация? Нация основана на генах, культуре, ну и в какой-то степени территории. Да? То есть, ну, например, вот Израиль, граждане Израиля, они не имели долгое время, там, тысячелетия своей территории. Да? Но они сохранили гены, они сохранили свою культуру. Так вот, если вы оставите гены, но уберете культуру, да, даже оставите территорию, нации нету. Вот этого боятся, потому что это политический аспект. Это политико-социальный аспект. Мы стабилизируем, мы привносим в то, что культура, наследие будет защищено. Потому что из хаоса мы делаем законный, прозрачный, послушный рынок. Этого боятся те, кто хочет размыть нации, убрать совершенно определенные народы, сделать одну бесформенную массу послушных дебилов-рабов. Вот что мы делаем. Мы защищаем практически каждую нацию, стабилизируя этот рынок. Вот этого боятся больше всего. Но это очень скоро вы увидите. И вот сейчас именно это явилось, на мой взгляд, одной из причин нападок на нас, почему нас, собственно говоря, ну извините, скажу не профессорским языком, херачат. Но мы этого не боимся. И вот теперь на этой основе я перехожу к заключению, к нашему названию. Почему модуль побед Тамойкиных? Почему модуль противостояния? Почему модуль? Что такое модуль? Вот смотрите. Да, модуль это математический, собственно говоря, аппарат или термин, или метод. Да? Когда, например, вот вы пишете 1 минус 1, получается 0. Правильно? Да? Вот я пишу. Видно, да? 1 минус 1 получается 0. А если вы, ну, то есть, или делаете так, 1 плюс в модуле минус 1, получается сколько? Из модуля получается 2, потому что модуль, он все переводит в позитив. То есть любой минус модуль переносит в плюс. В плюс. Запомните. Так вот, я хочу сказать, вы уже поняли. Я уже сказал эпиграф Жени Поданева. Да? Все, что нас не убивает сразу, делает сильнее. Нас убить невозможно. Судя по всему, поскольку я не один, у нас достаточно большая, уже мощная группа в разных совершенно странах. Вот, мы идем поступающе, идем вперед, мы идем совершенно спокойно, уверенно. Вот, вернусь я еще к физическому, потому что для меня это одно целое, это моя жизнь, это жизнь не только моя, это жизнь наша. Вот я вам показываю, уважаемые господа, друзья и оппоненты. Значит, моя методика основана вот и на этой книге. Вот у меня здесь есть несколько книг, да? Ну вот, видите, написано. Главная книга Михаила Тамойкина. Тут написан год, 1982 год. Это книга йоги, но не той, которая сейчас современная, здесь она намного шире, это йога Айенгара, но
старого того айенгара, то, что сейчас вы нигде не найдете. Вот с помощью вот этих упражнений, с помощью вот этой методики, и тому, что здесь, естественно, не только тут один айенгар, тут есть другие старые манускрипты известных, ну, скажем так, мудрецов и известных философов, типа вот Гиппократа, Аристотеля, и по крупицам собранные знания. Это уникальные знания, которые позволяют мне сейчас неудержимо просто вот двигаться с точки зрения физической, физиологии. Вот. И этот материал сейчас мне помог выкрутиться из ситуации, которая для стандартного человека привела бы к инвалидной коляске. Я не блефую, не говорю, я говорю только то, что говорят врачи. Вот одни с этого говорят и так далее. Это что касается моего кейса. Так вот, возвращаюсь к нашему модулю. Я не случайно это сказал. Мы всегда все отрицательные действия, которые направлены против нас, научились переводить в плюс. Так вот, еще я скажу своему оппоненту, не просто в плюс, а уже в квадрате. Пока еще не в кубе, но скоро это очень будет. Вот вы увидите это, как только аудитория наша увеличится. И с точки зрения материальной культуры, и с точки зрения системы тренинга, системы физиологического тренинга. И я это докажу, и вот ближайшее все. Мы выкарабкались из вот этого вот ситуации. То есть я поменял свой график. Почему я сказал выкарабкались? Одна из моих женщин в прошлом сказала, что Мишу можно херачить. Вот, извините, это не профессор. Он все равно выкарабкается. Он никогда не проигрывает. Вот запомните это и удачи вам в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok.